Все было очень вкусно. Просто пальчики облишь. Спасибо. Спасибо, дорогой. А можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Ты любишь меня? Люблю ли я тебя? Ты имеешь в виду, люблю ли я тебя в данный момент? Почему в данный момент? Так, один момент. Ты куда? Так, посмотрим, что тут у нас. Обед мне на работу не приготовлен. Так ведь я... И я что-то не вижу, что в комнате было убрано. Еще. До каких пор ты будешь пользоваться этим стиральным порошком? Я не переношу этот хвойный запах. Так ведь я же... Рубашка моя на завтра не поглажена. Гарик, да я просто хотела узнать, любишь ли ты меня? Принимаю во внимание этот замечательный ужин при свечах. Моя любовь к тебе... на троечку с плюсом. Что? Но если погладишь рубашку, будет твердая четверка. Рубашку? Гарик, да ты ведь совсем не меня любишь. Ты любишь только то, что я делаю для тебя. Любите ли вы Бога? Или вам нужно только то, что Он делает для вас?